Ветровики для Шкода Октавия А7, производителя ХИК, это тайванский бренд. Крепятся на двухстороннем скотче. Материал пластик. Пластик не выгорает, никак не меняет свою форму. Скотч не нужно доклеивать. Ветровик выходит строго под рамку бокового зеркала. На форумах считают, что это самая удачная модель. Не можем не согласиться. Отличный дизайн. И оттенок они, самое главное, не меняют. Это не тот синий пластик, с которого идут, допустим, те же российские ветровики. Ворон Глаз. Здесь все будет качественно и без изменений. Спасибо за просмотр.